рассказать о самой главной части любых аттракционов. Фишка номер один. Всегда, если стоит стравливающий клапан при использовании необходимо открывать для избежания непосредственно травления и взрыва баллонов, потому что при нагревании воздух расширяется, давление увеличивается, воздух должен выходить. Все аттракционы поставляются всегда закрытыми клапанами непосредственно. Да. Соответственно, внимание, всегда, когда вы устанавливаете аттракционы, крышка данно открывается, ее даже можно оторвать непосредственно, да, чтобы всегда было гарантировано, что данный клапан открыт. Тогда все производители будут гарантировать вам надежность ваших аттракционов. We'll be right back.